Сегодня в городской администрации состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, в котором приняли участие представители учебных заведений, сотрудники отдела МВД и управления по делам молодежи, а также настоятель Свято-Успенского храма отец Николай. Заместитель главы района Михаил Вердиев поблагодарил собравшихся за работу в сфере воспитания детей и подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Особую благодарность выразили одному из лучших социальных педагогов Нурие Хасановне Шакировой, учителю средней школы номер 26 станицы Пшекской, которая уже 10 лет работает с трудными ребятами. Ее наградили почетной грамотой за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы профилактики безнадзорности от Краевой комиссии по делам несовершеннолетних в связи с празднованием 97-летия со дня ее образования. У вас поздравляю, благодарим за работу. Вы у нас сейчас пример. И будем с вами советовать.